Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и приближается Новый год. Чего мы хотим получить на Новый год? Ну, конечно же, какой-нибудь халявки. А хочешь получить премиумную машину? Тогда слушай очень внимательно. На данный момент у меня на канале 25 тысяч подписчиков. Если в течение 10 дней до 25 декабря мы соберем с вами 30 тысяч постоянных зрителей, я разыграю у себя на канале не один, не два, а более десятка премиумных танков. Хочешь в этом поучаствовать? Тогда прямо сейчас подписывайся на канал, жми на колокольчик для того, чтобы не пропустить мои видео, в которых я буду рассказывать о развитии событий, о том, когда конкретно будут проходить раздачи танков, ну и обязательно посещай мои прямые трансляции. Для того, чтобы убедить тебя в том, что я абсолютно не шучу, пишите обязательно комментарии под данным видео, оставляя свои игровые никнеймы и ID, если вы играете на евросервере и участвуете в розыгрыше бонус-кода. Бонус-коды ограничены в своем количестве, и бонус-коды являются одноразовыми, то есть его можно будет ввести только один раз на своем аккаунте. Что принесет тебе данный бонус-код? Данный бонус-код подарит тебе камуфляж-подарок от бабушки, бустеры голды и сертификаты X5. И это так, просто маленькая вкусняшка перед огромным подарком. Повторюсь, набираем за 10 дней 30 тысяч подписчиков и разыгрываем более десятка премиумных машин. Все розыгрыши будут проходить на онлайн-трансляции, на которую надо будет просто прийти и убедиться, что все прошло честно. Кроме того, присутствующие на моих прямых трансляциях также будут участвовать в розыгрыше премиумных машин. Хотите раздобыть себе премиумную тачку к Новому году, помимо того, что раздает Wargaming? Прямо сейчас подписываемся на канал и отслеживаем новости. Для того, чтобы отслеживать новости, параллельно можете зайти на мой Discord и там тоже зарегистрироваться, потому что именно там публикуется информация о выходе всех новых видео у меня на канале и не только. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.